Жанна Бадоева – одна из самых ярких и талантливых ведущих на украинском и российском телевидении. Прославилась Жанна Осиповна после выхода на экраны увлекательного и познавательного туристического шоу-проекта «Орел и Решка». Жанна Бадоева, девичья фамилия Долгопольская, родилась в старинном литовском городке Мажейкая в семье инженеров 11 марта 1976 года. А национальности звезды информации нет. Жанна Бадоева во втором браке с известным режиссером Аланом Бадоевым родила дочку. На свет появилась малышка, которую назвали Лолитой. Сейчас она живет вместе с матерью в Италии. Дочка взяла самое лучшее от родителей. У 18-летней девушки такие же зеленые глаза и форма носа, собственно, как ее звездной матери. Но есть в ней что-то и от отца. «Очень красивая вы и ваша девочка», пишут под фото ярые фанаты.